общественный транспорт оказался здесь лишним, ведь у каждого из 2 миллионов жителей была своя машина. Детройт был богаче, чем столица нефтяных шейхов. Обычные инженеры и менеджеры покупали себе океанские яхты и недвижимость на Гавайских островах. Первый удар Детройт получил в середине 70-х годов, когда из-за нефтяного кризиса резко выросли цены на бензин. Американцы перестали покупать машины с мощным двигателем, предпочитая экономичные модели из Японии. Падение спроса убило компанию Крайслер. Инвесторы, спасая свои миллиарды, стремительно избавлялись от машиностроительных активов. Вслед за Крайслером из Детройта ушел и Форд. Я думаю, что рано или поздно все осознают, что произошедший кризис был результатом сочетания множества факторов. Но многие из них можно было избежать. Но ситуацию усугубила политика финансистов с Уолл-стрит, которым было выгоднее вкладывать их капиталы за пределами США. До последнего держалась Дженерал Моторс.